Ну, всем привет. Пока я готовлю лагман, Лена будет насиловать. Это получается второй сезон, да? А чё? А чё, ниже, что ли? Ну, просто мне более видно же все. Ну, спущу, если... Соперника 300 штук. По-любому возьмёт. Либо взяточку, либо мага. Сам батарейский шишпарит. Даже бесит. Обычные норсики. Что ж так серьезно-то? Это же первая игра. Нападение. Так. Сразу подставил всех мумий. Так, у меня дед с лычкой. Ну, в принципе, если вынести... Хотя бы попытаться вынести одну мумию, то будет совсем легко. Тогда она сама подойдет. Вот тут можно и легко спустить. Thank you.
Мы начинаем. Так, ну вот это по плану. Пока я не рисковала, но так вот, да, тут два варианта. И пока поддержишь этого, этот поддержит этого. Так, тут идем сюда. Сколько игроков на данный момент это? Сюда. Так, красный горнок. А длинный коридор будет. Надо все-таки постраховаться. Просто сюда встану. Так, минута. Мы пока вот так сделаем, закроем чуть-чуть мумию. Так, что мы можем сделать? Мы можем даже защитить этого. А этим мы могучим. Так, блин, на нечем помех.
Подписывайся, если хочешь. Так как-то. Так, ну а мы подбираем мяч. Скорее всего, просто пока стоим. Да пока ничего. Стабильненько. Еще долго готовится? Ну, жрать хуйня. Жрать хочу я. Чё бы и не попробовать. А, ходячая мумия. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ты тут меня фалил? Получай вот веточку. Лежи дальше. На тебя. Пригреем еще. Знаешь, что я хочу сейчас? Мне надо подобраться к одной из мумий. Вот. Нету гулик. Незначительная гурка. Вот сюда. Да, сюда. Не знаю, я как-то на мумию настраивалась.
я задерживаю вот эту, получается, да? Так. Вот здесь, естественно. А грязный игрок. Пушистим? Пушистим? Пушистим! Этого-то куда поставить? Задерживать может? А, возле гульки может стать? Вот сюда вот. Ну тут можно даже не подбегать, да? Они даже никуда не бегут-то. Можно и, в принципе, поближе. Ish. Ничего себе! Мумия хочет блицануть через спринт. Лежа в положении. Ну, удачи. Ну, валялся где-то там. Перебор же есть. А где тут отличный какой-то? Блин. Тут их 4, кажется, солить можно. Но все равно. Стрелочка. Она так подставилась. Сейчас мы ее так побьем тут вообще. Втроем. И все. Да ты задолбал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Они, короче, в лоб-лоб, один целый, другой, да, ну, вообще. Так, этот у меня встает поближе вот здесь. Нормально. Этот просто... Думаешь? Сюда? Та-дам! Та-дам! Та-дам!
Кто-то грязный игрок. Ага. Ну, хорошо. Так, вот этого куда? Ага. Может, этим. Ну, сейчас. Мне надо здесь сначала разобраться. Идет. Ба-да-ба-да-ба. И бах. Тях. Скелетоса. Вот это? Грязный игрок. 42. Нормально? Да-да-да-да. Да! Еее! Без длительных. Ну, знаешь, минус мумия, это вообще такое облегчение дает. Сколько я с ними не играла против них, очень много давала. Ну, хотя, смотря какой игрок идет. Тем более у него, вот смотри, большинство гулик или игроков вот остальных просто просто не действует как-то. Ну так он об этом не знал. А он, кстати, фалит, как не знаю кто. Взяточку-то у него есть. Да-да-да. Прям под нее. Давай, давай, давай. А, хорошо. Но тут один кубик будет вот здесь, да? А. Хер тебе не уклонение. Но. Переброс. Ай, мертв. О, да. Блин. Сколько там их осталось-то? На поле. А, тут за... Не знаю. Ну, я сейчас подвинусь, наверное, вот, вот сюда. Вот. Ща-ща-ща. Так, этот у меня идет. Сюда вот. Этот у меня держит вот этого. Вот. Этот у меня встает. А. Где же тут один кубик, блин? Ну тогда его и поставлю сюда. Тут спринт будет. Ну да. Давай. Прёт. Офигительно. Так. Ага. Пошла, дух. Так, этот у меня встает или не встает? А, ну тогда тут разберемся.
А я ж могу пустить когти. Просто так. Да? Ну, значит, не будем пускать когти. Но здесь один кубик. Один кубик. Давай! Бежим! Бежим! Вот так. Вот. Да, чё, зачем перебрасывать это? Так, а вот наверху, да? А у него же нету этого. Вот сюда? Или сюда? Вот сюда вот. Нормально. Поехали! Юху! Телефон там на столике маленький. Держишься, молодец. И что это было? Нашел? Найди мой телефон, он же у меня в твоей сумке. Неплохое начало сезона, да? Переброс. Кого? А чё он так плохо играет? Я, между прочим, на энтузиазме работаю. Чисто...
нравится эта игра? Прям. Так, клони нет. Полок. Да что ж такое-то, а? Ты долго у меня будешь тупить? Переброс. Да. Мои ребята прям жжет. Жжет-то ебло. Так, ну все, сходили. Такой маленький, он даже не подрос еще. Стрелочку. Держимся. Хорошо, держимся. Вот. Это что у меня тут за сборище зевак? Ты смотри. Вот эта вот куча, это чё, как она образовалась? Меня тут удерживать надо, да? Вот сюда. Потом надо задержать мумию. Вот сюда. А как? Да? Один же кубик. Блин, я забыла, что он не сходил еще. Ну как лось, ну надо сначала этими надо сходить.
лось-то не лось, а вот они. Ну ладно, пусть жжет. Жжет траву. Да. Переброс. Да. Да. Вот так. Вот здесь. Бьем! Иди сюда. А, да, блок. Жжет прям. Вообще, вообще. Один кубик. Так, пассером подойду? Кромки. Стабильненько. Он ведь может сразу занести так. Ох. Так, бьем. Бьем. Фу, блин. А тут не будет уклонения. Так, а какой толк? Нет, толка тут вообще нет. Один кубик там, один кубик. Стрелочка. Знаешь, они ведь могут и проскочить так-то. Ну все, стабильненько. Или нет? А, нет. Уля. А, на пассера. Молния. А он все равно подберет. Держат, тут держат. Тут кубики идут. Один. 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 Мумия не стало еще. А тут уже появились кубики, так. Нет еще. И мумия поднялась. А мумия без блока. Так он бессмысленный. У меня любой поднимет и забежит. Он рассчитывал, что он, как бы сказать, кокнется. Да-да-да-да. У него осталось два переброса. А у меня один почему-то. Что-то я больше перебрасывала, получается. А, это из-за пушистика моего. Уху! Ага. Ну, пробуй. Ну да, конечно.
от крокодила-то, да, но все равно может. Ну, этого. Ну, этого ставим, этим облицуем, поднимаем и бежим, и все. Так, какой у меня ход-то? Седьмой. Вот. Так, этот у меня встает. Этот у меня дает со спринтом ассист. А чё бы и нет? Ну, давай. Так, хороший лонер. Так. А мы еще не заносим? Мы его облицуем. Да не. За кого? За вот это? Вот сюда. Следовать вглубь леса мы идем вглубь. Так. Стрелка, вали нафиг отсюда. И он ушел нафиг. Ушистик, давай заводись уже. Сколько ты? Да, и пушистик завелся наконец-то. Довольно эпично. И да, тут один кубик получается. Ну да. Не все же шестерки прокидывать. Как мой пушистик уклоняется, чё? На 33.
ну, как бы можно развлечь. Это гадкая игра. Это просто гадость. А мне надо было. Ну ладно, хоть я глушу. Вот в последний момент поставил свою мумию на спринтах. Рядом с тобой тебя не было, вот и все. Все, не представлю. Я забыла, что он эльф у меня. Как-то вот так вот. Ну, попробую в следующем занести. Атаки. Вот он. Так, а как есть? Пожадничал, блин. Да.
близко. Ну ладно. Есть хотел. Что-то мяско не добралось. А, вот мяско. Поближе? Центр. Ты сделал? Ты поставил новую пушистую? Мипа, он же умрет. Ну еще как будет, он же маленький еще у меня, не прокачанный. Защитник. Где вторая мумия? Где мумия? Она же травмирована! И что, я даже могу пробить ее пушистиком? Он просто открыл мумию? Я вот потратил один переброс лишний, и все, мне потом не хватило. Ща-ща-ща. Вот ассист. Можно поставить сюда, чтобы они не расслаблялись. И хорошо притянуть. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
лица и закрыла дверь. Вот так. И этого сюда вот. Так. Мастер сюда идет, наверное. Вот сюда. Поехали! Юху! Бляху! Бляху! Надо было тогда бить вот эти. Сейчас вынесет новую пушистую, все. Он что, реально тупой, что ли? У него был... Прикидывалось два блока. У него нету блока. Он еще пере... Он, короче, прокинул стрелочку. Он, короче, здесь хочет прочистить. А как хочется? Надо. Заводись. Он завелся на стрелочку. Хуй ты их. Он завелся на стрелочку. Хуй ты их. Второе убийство. Блин. Вот это контр. Сюда. Снимаешь, прохерачиваешь. Снимаю и прохерачиваю.
такое забавное слово. На тройку. Он сейчас охренел уже. Давай. Он упал. Не, Гулька-то держится, а вот здесь он может прорваться. Я тебе кину кафе. А Гулька, он решил прикрыть мумия, что ли? Может, мне все-таки побить Кокачевым, а? Ща. А он просто отодвинул, получается. И пытается уклониться еще. Да он вообще лихо тратит перебросы, прям писец как. Так, что ж у нас? Ассист на сюда. Сюда? Я валяюсь. Зло? А здесь он поднимается?
нас будет и опытом. Да зачем? Я же говорю. А зачем тратить перебросы, если они горячей картошкой играют, а? Это же мои. Может, мясо будет тоже томить. Все, закончились твои перебросы, и все. Чего на нем? Руки черсти. Ну тут да, надо поаккуратнее, а то просрущу. Мне так у него начало подгорать, и очень такие неконкретные ходы стали. Хотя он может еще нормально поиграть. Кубики-то прокидывает хорошие. Кстати, в первом тайме мне надо было на седьмом ходу заносить чисто, потому что мумия-то была близко, она ходит хорошо, как оказалось. Ай, пробитие. Ну, даже легче от него дольше ставить будет. Вообще-то был под кайфом. Так уж вышло, что он держит. В общем, я скажу, что это гуляш. Плащевка. Плащевика. А я, кстати, ему не ответила. Я что-то забыла, какую клавишу-то. Ну, уже поздно, как бы. Ой, это пас. А перехват-то есть? Нету. Не совсем хорошо. Ух ты, он заелся. Опять отдаете. Сюда. Сюда. Кстати, можно этого проводить? На плеце? Как его собрать? Подожди, подожди, у меня вон тут еще это стоят. Вот это... Встать. Тут встать. Тут идет подскок. Подожди, с подскоком этот идет. А вот сюда, вот сюда. Вот сюда, четверку.
идет сюда. А, ну, то что, давай, попробуем. Да. Косточки. Косточки хрустят хорошенько. И это стрелочки посрать на стрелочку. Это же пушистый, пушистый может все. Так, теперь как разуливать? А, это чем? Вот это на эту? Или на эту? На эту. Полетели. Полетели. Сюда. Следовать. Прочистили дорожечку. Пропустить. 50%. Ну пусть здесь остается, наверное. Чуть. Ай, ой. А, нет, идешь, нет. О, так хорош. Закрываем. Все. В каком месте они волшебные? Ну, им это помогло? Не особо. Не знаю. Я не знаю, зачем он это сделал. Где логика? Хотя у него здесь гулька была абсолютно свободная. Зачем так рисковать? Без перебросов причем еще. Ух ты! Да ты держишь? Тут надо аккуратненько все это делать. Тут гульки, 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 много гулек. Да. Сейчас. Вот этот у меня идет сюда. Или даже. Нет, сюда. Да. Пушистый, заводись! Сюда. Пушистый! Пушистый. Этот закрывать надо здесь. Чего бы нет?
что, прокачаю я этого, да? Лежать. Чая. Ну как сказать, надо прокачать уже этого младшего. Да нет, он не будет звонить.
цены. Еще. Когда ты мой пушистый такое поделал? Мало ли, может, пойдет. Без переброса. Прокинулась. И чё, пробилась? И чё ты сможешь? Ты зачем это сделал, придурок ты? Ой. И все же хорошо шло. Ну зачем? 15 на 15 же ты. Это всего-то 15-й год. Яшка. Без перебросов, лови мяч и иди в зачетку, и все. Нет. Что ж ты творишь-то? Без перебросов. Давай. И это победа. Шестерка. Это же он не рабы оставил, а? Он говорит, такой классный. Нафиг не надо.
скончался. Они махнутся. Блондинчик крокочил их крюк, ну, как обычно, вся семейка в боре. Ну, я, конечно, не рисковала, но... Нет, я не рисковала, честно. Я спокойненько. Так, ну все, закрываем. Закрыть. Да. А почему у меня не прокачалось?